запрещен местным новостям. Корпорация Росака подписала договор о сотрудничестве с... to invite your coworkers over? Apartment 3. Вторая после ботулизма эпидемия в городе — это музыкальная лихорадка. Лиззи Уизи начнет концертное турне с Найт-Сити. Всемирно известная певица скоро посетит наш город. Билеты на концерт доступны только для лиц с кредитным рейтингом выше 700 пунктов. Тебя видеть, Ви. Тут довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. Что случилось? Выглядите довольно хреново. Так выглядит тот, кого лишили имплантов, денег и уважения. Но не все так плохо. Меня почти незаметно в городе. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Ему точно можно доверять? Да. Ясно. Очень убедительно. Мне терять нечего. Так лучше? Хуже. Мне-то есть что терять. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Такэмура-сан. О, да. Это он, твой вор? Мой свидетель, Ви. Я могу и сам за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Я был там. Я все видел. Юринобу задушил своего отца. Молчи. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханако-сама должна его выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетеля его убийства, а твои мысли заняты каким-то глупым парадом, дурак. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работаю. От правды все равно не убежишь. Ты пожалеешь о своих словах. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота.
Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед... Простите, а у вас это еще надолго? Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Йоринобу Сама. Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Йоринобу. Значит, тебе повезло, что я... О, да. Это... Что? Мы говорим о человеке, который убил отца, чтобы встать во главе Арасаки. Вы сделаете что-нибудь или нет? Увы, нет. Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми. Увижу кого-то из вас снова, убью без разговоров. Будь осторожен, мой друг. Мы все здесь далеко от дома. Вот-вот, пускай уёбывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что? Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь, парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подождите. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй, не так быстро. Вас послушать так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханако лучшая охрана в Найт-Сити. Да, поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. Но мне на ум приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Чпок-стрит? Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеру и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивее. У вас все в порядке? Да. Чего это вдруг? Да просто спрашиваю. А вы во всем привыкли искать тайные мотивы? Нет. Извини. Это могло прозвучать невежливо. Я просто не привык к подобным вопросам. Видишь ли, у людей вроде меня либо все хорошо, либо они лежат в гробу. Привет, Найт-Сити! Сегодня, как всегда, ваши... Нички хотим. Ага. И, короче, один из... Эй, ты, мудас, вон! Сраный ты кусок говна! Шоу, ты ебать, а ну что?
Что происходит? О, привет. Какой у тебя самый ходовой товар? Вибраторы. Кинетические, с моторчиком. В отличие от Вирта, это не иллюзия. Это осязаемое удовольствие. Что у тебя есть на продажу? Все, что пожелает сладострастная натура. Со мной. Ви, у тебя есть минутка? Будет да, стоять. Конечно. Только, боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблемы. У тебя проблемы, и ты звонишь мне. Я думал, ты вернулась к семье. Ну да, типа того. Но я думала, что... Это значит, что ты не приедешь? Я правильно понимаю? Уже еду. Ух, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Знаете, я иногда путаю имена, но память на лица у меня хорошая. Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения, у меня гости. Ви, рада тебя видеть. Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем, вот и все. Такимура Городес. Окада-сан, уайдеки текоидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Причина в деньгах. Ты слишком любишь деньги, Вакака. Если ты нам поможешь, мы заплатим. Что может быть проще? Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Насколько я знаю, Арасака и тигриные когти никогда особо не ладили. Ты явно не пылаешь любовью к тем, кто убил твоего внука. Это было очень давно. Говорят, время лечит, но чтобы такие раны? Такие раны не лечат. Сведения на этих щепках.
Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Окада-сан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Подарок? Почему? По своим причинам. Не испытывай мое терпение. Джапантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы — платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь с самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию, по крайней мере, один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более, я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окада-сан. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Только будьте осторожны. Не раздавайте автографы каждому встречному. Моя слава твоей не затмит, как бы я ни старался. Удачи ей. Сведения, которые дала нам Акада, очень пригодились. Кроме того, я и сам кое-что узнал. Надо встретиться.
Где на этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста? На уличном рынке, в южной части Джапантауна. Он на пешеходном мосту над улицей. Поднимись на лифте. Там легко потеряться. Я сейчас иду туда. Не заставляй меня ждать. Приготовил для вас статистику. Скажите что-нибудь для продолжения. Что-нибудь. Кажется, вы пытались пошутить. Автоматический ответ. Впервые слышу эту шутку. Пользователь, я помог вам в убийстве более 50 человек. Режим «Хладнокровный убийца» отключен. С этого момента доступен только режим «Пацифизм и щеночки». Спасибо. Почему? Откуда блокировка? Открывая часто задаваемые вопросы. Почему я не могу убить более 50 человек? Ответ. Чумба, ты совсем ёбнутый. Сходи к мозгоправу, попей колесики. Примечание для себя. Грубовато. Надо как-то перефразировать. Блять. А отменить можно? Проверяю. Пам-пам-пидам, пам-пам-пидам, пам-пам-пам-пидам, пам-пам-пидам. Ответ найден. Нет, доступ запрещен. Всегда рад вам помочь. Обращайтесь. Двигатели аппарата отключились из-за внезапного электромагнитного импульса, который был вызван неполадками на станции в Санто-Доминго. Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом. Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению кочевников. К счастью, уцелевшие сотрудники службы безопасности Кантау сумели отбить внезапную. Я не понимаю. Неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте. Ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Горо, рад вас видеть. Я тоже рад тебя видеть, Ви. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно.
И как вы хотите это устроить? Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Это можно сделать тысячи разных способов. Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно. Все уже готово. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуки? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой — это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь... Предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело.
сработало. Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать якитори. Что угодно, только не местную кухню. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Расслабься, Джонни. Он, конечно, один из них, но, по-моему, нормальный мужик. Нормальный мужик? Это телохранитель ебучего Сабура Арасаки. Такую должность за красивые глаза не дают. Это что такое? Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. Это такой хитрый ритуал сеппуку? Что? Почему? Вы явно хотите, чтобы нас всех убили. Только не понимаю, почему. Я знаю, что мы сильно рискуем. Но у нас нет выбора. Вся наша надежда на Ханаку-сама. Нам обоим уже нечего терять. Это видно по твоим глазам. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытного вора. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Повар! Сделай погромче! Я принял решение... Йоринобу. Он самый. Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Йоринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это... Ксу. Чего вообще Юринобу решил бунтовать? Этого не знает никто. Я постараюсь его спросить лично. Фракции внутри Арасаки? Какие, например? Три основные. Киджи, Хато, Така. Киджи за стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханаку-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичико-сама, внучку Сабуру-сама.
Я мало о ней знаю. Атака — это группа предателей, которых собрал Йоринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь, Ханако-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханако поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабуры она есть. Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Идем. Я нашел хороший наблюдательный пункт. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов? Может, вы пока метнетесь за пиццей? Еда на вынос? Нет, хватит. Если бы у меня было время и свежие продукты, я бы сделал онигири с треской. Или с жареным лососем.
Нет, даже лучше. Сумебоши. Это любимая закуска Арасаки-сама. Простая, вкусная и питательная. Я однажды застал его, когда он что-то гордо жевал. Это был протеиновый батончик. Сабура Арасака с протеиновым батончиком? Не верю. Солдатская еда. Ну ладно, хватит об этом, а то нам захочется есть. Можно начинать. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Трансформатор у стены. Видите? По нему можно забраться наверх. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Грузовики подъезжают регулярно. Может, угнать один? Весьма неплохо. Трубы. Видите? По ним можно пролезть внутрь. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Через улицу идет технический туннель. Возможно, он ведет к складам. Запертая бронированная дверь. Кажется, я все увидел. Ты видишь там три антенны? Они хорошо подходят для диверсии. Когда пропадет связь, начнется хаос. Так что, начинаем? Ты так же говорил, когда входил в Кампеки Плаза? Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Бакенека? Что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Кот-призрак? А что, вполне возможно. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Кицуне, Капа и как раз о Бакенеку. Ностальгия. Глупый вопрос. Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. А когда я был маленьким, я постоянно бегал по крышам, чтобы копы не поймали. Коленки вечно были разбиты в кровь. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Арасака отбирала детей, но только чистых. Транспортеры, говорите? Да.
Чиба-11 занимала первое место по убийствам в Японии. Думаю, сейчас занимает. Для чего им нужны были дети? Для корпоративной армии. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. А как салага превратился из уборщика сортира в телохранителя самого Сабуры Арасаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе. А Арасака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабуре? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояла сотня претендентов. Арасака сам заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. И все, что вам приходилось делать, это убивать врагов Сабуры. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Вы хотите сказать, ваша совесть чиста? Ни у кого нет чистой совести. Важно, ради чего пришлось ей пожертвовать. Интересно, и ради чего вы ей пожертвовали? Арасака дала мне то, чего я бы нигде не нашел. Ценности, ради которых стоит жить. И это самое главное. Ты совершаешь преступление из-за денег. Я во имя принципов. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Поглядите вокруг. Вот он, дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из Чиба-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Давайте закроем эту тему, я устал спорить. Иногда мне хочется стать кочевником, убежать от этого мира, забыть обо всем. Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клана, не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в камбэке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласен. Долг живых – воздавать должное умершим. Ханака сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо.
Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. Позаботиться о моей маме. Я внутри. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. Зря же я пришел. Очень хорошо. Я поднялся на крышу. Скоро доберусь до центра управления.
Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую, устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Thank you.
Ранено! Платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Эй, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.